Поговорим о футболе. Бендерский клуб «Тегино» отказался от участия в дивизионе А. У команды травмированные игроки и проблемы с финансированием. Чемпионат Молдавии во второй по силе лиги стартует 30 июля. Из 12 команд – 2 приднестровские. Это «Рыбницкая Искра» и «Шериф-2». А вот основная команда «Шерифа» сейчас готовится к ответному матчу с албанской «Теутой» в Лиге чемпионов. Игра пройдет в Тирасполе 13 июля. Знакомый автобус въезжает в Бендеры. Желто-черные вернулись из Албании и дома готовятся к новой игре. «Шериф» блестяще стартовал в Лиге чемпионов. Дважды зажег Энрике Луванор, отличился Троаре, финальная точка за Кастанедой. Итог – разгромная победа над Теутой 4-0. Увидеть шерифовских звезд в игре приднестровские фанаты смогут уже совсем скоро. Какой же будет ответный матч? Попытаемся представить. Начнем с судейства. Датскую бригаду заменили на российскую. Теперь Владимир Москалев – главный рефери тираспольского матча. В позапрошлом еврокубковом сезоне он судил игру первого квалификационного раунда Лиги Европы между Аполлоном и Жальгирисом. Его помощники также из России. Кто выйдет в старте? Тайну сохранят до последнего. Что известно точно, игру любимой команды смогут увидеть болельщики. Обязательно придем на футбол. Вот всей семьей придем на ответный матч. Я приду даже с семьей. Вот, вот внук у меня. И с внуком, и с внучкой. Вон там жена пошла. Я с ними приду. Ответный будем. Будем болеть, как положено. Вот, пожелаем удачи. Вот. И вообще «Шериф» у нас популярная команда. Надо ее поддерживать, чтобы они были первыми и первыми все время. Билеты уже в продаже. Их можно приобрести в кассах спорткомплекса или на сайте biletomr.com. А еще в платежных терминалах Агропромбанка. Стоимость от 30 рублей. Для соблюдения карантина дистанции места распределяют в шахматном порядке. Итак, вторник. Малая арена спорткомплекса «Шериф». Начало в 20:00. Приходите поболеть за нашу команду в Лиге чемпионов.